Многофункциональных центров в Севастополе уже несколько. Они расположены в разных районах города, в том числе в отдаленных. На северной стороне, в Инкермане, в селе Орлины. Но пользоваться их услугами можно вне зависимости от места прописки. Спасибо. Добро пожаловать. Спасибо, пойдемте оформимся. Добро пожаловать. Общероссийский народный фронт не раз выступал с критическими замечаниями по поводу параллельной теневой очереди в центральном офисе на площади Восставших. Там буквально торгуют местами. Я там неоднократно сам был, я разговаривал с этими людьми, я просил, как бы взывал к их сознательности. Вот. Но, тем не менее, эта проблема остается до сих пор. Вот. И я надеюсь, что вот введение новых окон, как сегодня, так и вот еще 3 МФЦ, получается, на Вокзальной, в Балаклаве и в Каче, избавит нас от, скажем так, этой проблемы. Здесь 5 окон, пропускная способность каждого 4 человека в час. Всего в Севастополе на сегодняшний день работает 39 окон. В планах правительства довести эту цифру до 77. Примерно столько их должно быть для города с нашим населением по подсчетам Министерства экономического развития. Приглашенные гости смогли лично проверить готовность центра к работе. Ваша очередь номер 11. Ожидайте вас приглашать. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне тоже выписку. В многофункциональном центре сегодня можно получить ряд государственных услуг. Постановка объектов недвижимости на кадастровый учет, предоставление сведений о государственном кадастре, регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество. Ирина Саркисова, Виталий Козловский, Севинформбюро.